Сторителлинг – это искусство создавать истории. Как построить сюжет, как правильно начать рассказ и, главное, как зацепить слушателя, поведали участникам мастер-класса в библиотеке имени Крупской. Занятие провела самарская актриса, тренер по голосу и речи Ирина Чернобровкина. Это необходимо для того, чтобы мы умели не просто говорить, а разговаривать и цеплять своей речью внимание людей. Мне кажется, что сейчас в современном мире про это много говорят, когда много информации, зацепить внимание человека очень сложно. Мастер-класс начался со специальных голосовых упражнений, помогающих убрать зажимы, ведь голос – основной инструмент рассказчика. Наша речь, наш голос взаимосвязан с психологическими зажимами. Поэтому одно неотделимо от другого. И, безусловно, где голос, там и ораторское мастерство, и импровизация, и сторителлинг, и цепляющие приемы. Затем участники обратились к практике составления истории. Описывали образ через формы восприятия – визуальную, аудиальную, кинестетическую. Придумывали сюжет, раскручивали его, импровизировали. Гости задавали интересующие вопросы, и каждый почерпнул для себя интересные приемы. Я вообще заинтересовалась этой темой, потому что я очень активно веду соцсети, и, в принципе, сама по себе вещь, как сторителлинг, очень активно используется в продажах и в различных вещах, в том числе и просто в рассказе, либо преподавании. Я также преподаю свои курсы, поэтому мне важно, чтобы людям было не только полезно, но и интересно слушать то, что я делаю, и вообще, как я себя проявляю. Было очень интересно. Я буду, разумеется, продолжать этим заниматься. Тем, кто хочет развиваться в направлении сторителлинга, советуют не бояться нового, больше практиковаться, стараться превращать сложное в простое, получать опыт и слушать ораторов. Светлана Кудрявцева, Максим Беспалов, Игорь Казановский. События.